Мы слишком стали зацикливаться на внешнем виде людей и судить по нему. Если мы увидим лежащего на земле мужчину в хорошем костюме, то сразу же решим, что ему стало плохо и требуется помощь. Но если его одежда будет грязной и старой, то мы подумаем, что он пьяный и просто пройдем мимо. Мы хотим вам рассказать очень трогательную историю, произошедшую в Коста-Рике. В городе Гуапилес по дороге против движения машин бежала собака и громко лаяла. Видно было, что она хочет привлечь внимание. Водители не могли понять, что происходит, и просто объезжали животное, пытаясь прогнать его с проезжей части. Но все же нашелся один неравнодушный человек, который остановился для того, чтобы понять, в чем дело. Пес сразу же повел мужчину за собой. Ему пришлось пробежать за питомцем несколько сотен метров. Наконец он понял, что произошло. Он увидел на обочине дороги лежащего мужчину лет 60. Он был одет в потрепанную старую одежду, и все люди, проходившие мимо, просто его переступали или обходили, решив, что старик пьян. Однако мужчина, которого привела собака, сразу понял, что человеку требуется помощь, и вызвал скорую. Приехавшие на вызов врачи сказали, что у старика инфаркт. Когда скорая погрузила пожилого мужчину в машину, пес сразу же запрыгнул в салон. Фельдшеры не решились его прогонять. Когда старик пришел в себя, то он сказал, что его зовут Марио, а пса Чико. Живут они в старом вагончике, который находится на самой окраине города. В тот день он решил пойти прогуляться вместе с питомцем, и внезапно ему стало плохо. У него резко заболело в области сердца, и через секунду он уже был без сознания. Если бы не верность Чико, то мужчина, скорее всего, бы умер. Но все закончилось хорошо.